одной провинциальной актрисы. Одни говорят, что она малоизвестна. Вторые утверждают, что ее приглашают и приглашать будут. Ну а третьи дипломатически держат паузу. Но она при любом удобном случае всегда напомнит о себе. Я думаю, вы догадались, о ком идет речь. Кстати, артистка убедительно просит отключить мобильный телефон, фото и видеокамеру. В случае крайней необходимости просим снимать артистку сверху, так как снизу она кажется толще и старше. Спасибо. Мотор, приготовились, начали. Извините. Стоп, мотор, в чем дело? А скажите, а мне на какую камеру работать, вот на эту или на эту? Вот перед вами камера, на нее и работайте. А, поняла, хорошо. Мотор, приготовились, начали. А можно еще один вопрос? Стоп, мотор, а скажите, в чем дело? Не думайте о камере, а думайте о поставленной мной задаче. Приготовились? Начали. А какая моя актерская задача? Так, стоп, мотор! В чем дело? Ну, какая моя актерская задача? Какая нахрен актерская задача? Вы в костюме! Вы в кадре только потому, что не пришла наша звезда! Просто открывайте рот под фонограмму! Что сложного? А, по костюмам все нормально? По костюмам нормально. Вот видите, я старалась. Мотор, приготовились, начали. Thank you.
Что за мужик? Что за самодеятельность? Вы что-то чамкаете, что-то шамкаете, что-то мямкаете. Где подача? Где опор? Где бытование, я вас спрашиваю? Вы дышитесь, пышитесь, а до звезды-то дотянуть никак не можете. Понимаете? А чего это вы себя позволяете-то? Чего вы на меня кричите-то, а? Ну а что же, ну что же вы делаете? Это же глупости какие-то. Ну, я думала, что... Где здесь актриса? Покажите мне хоть одну нормальную актрису. Знаете что? Давайте каждый будет заниматься своим делом. А давайте. Вот и будьте добры, идите в свой костюмерный цех и работайте. Ну, чего стоите? Идите, работайте! Но ведь я думала! Раньше надо было думать. Когда клянчили у меня хоть какую-нибудь эпизодическую роль, думала она, думала. Так, почему массовка стоит? По местам. Продолжаем. Сцена «Свадьба в Малиновке». Станислав Миленович! Да? Станислав Миленович! Что случилось? Мишляхова не пришла. Звонит, трубку не берет. Я волнуюсь, вы же сами понимаете, у нас сроки. Я неустойку из своего кармана оплачивать не собираюсь. А Патрусова с Бездетковой пришли? Да, они здесь со вторника ошиваются. Хорошо. Берите Рожневу. Была костюмер, стала актриса, не морочьте мне голову. Так, в общем, переобуйте на площадку ее. Внимание, снимаем сцену из фильма «Свадьба в Малиновке». Приготовились, отбор, начали.
смотреть, она так больно делает. Потому когда ты чихом всех захватывает. Не спеши! Не спеши, Лапуся! 35 лет тебя прошу, не спеши, потому как непонятно, понятно. Вот так всегда. А я молчу, потому как я не жена, я ангел. А если ты ангел, а зачем ты живешь в промеж людей? Thank you.
человек. Яшка! Яшка! Да не просто Яшка, а Яшка-артиллерист. Третий правый изговор. Разворот налево. Батарея к бою. Трубка 15. Прицел 120. Батарея огонь. Пас-пас. И мимо. Чё-чё? Двигаюсь со Стрийского плена на хаос. Чё? Куда? Домой. Чё? Сам пришел? Сбежал. А, и сколько ты так это сбежал? Да, года полтора уже. Ой, папеньки, так он же голодный. Его же покормить надо. Ага, покормил же, будешь. Миша. Как? Это у нас было все так вкусно. Сначала так, потом так, повторяю.
Хорошо. Молодцы. Двигаемся дальше. Небесная канцелярия. Кадр 6. Дубль 257. Доброго вечера. Здравствуйте. Петров Борис Александрович. Борис Александрович, вы отправляетесь в ад. А если вот так? И что? Ну как что, посмотри, какая прелесть. Картину маслом и фотографию на фоне дождя. Ерунда.
Это у меня, как ребенка, в детский сад не жителям, не гражданам России устроить. Правда, я у них еще прошу УЗИ, колени и локти. Ну тогда помимо этого потребуется еще копия паспорта, копия загранпаспорта, копия копии загранпаспорта, справка об использовании ксерокса, фотография ксерокса 7 на 4. И чтобы главное было видно уши. Ну, так это тоже ерунда. Это у меня для работы с пенопластом на высотных домах. Но главное, нужно оплатить квитанцию в Сбербанке. В Сбербанке? Что вы думали, их отделение у нас есть и там, и там. Но только комиссию за снятие наличных разные. Ой, милочка, как ты мне в молодости напоминаешь. Прям похожа на меня в молодости. Жалко, да? Да. Тогда есть еще один вариант. Ну-ка, дайте. Что ты мне этот холодный? Это же примерьте. Вот. Мой хорошо. Присядьте-ка вот сюда, на мое место. Он очень жизнь стоит, но занимается. Да, красота. Присядьте, давай. Удобненько? Удобненько. Очень удобно. Вот и замечательно. Тогда испытательный срок, ну, допустим, 2000 лет. Угу. Ой, я же говорила, что я окажусь в раю. Это же мальчик. Так, телефончики здесь. Господи, пыльные какие все. Убивала их всех. Да, что-то мне звонят. Я бы сама посмотрела. Так, кто там следующий? Кто? Красюк? Ха-ха, а что это мой заместитель здесь сделает? Ладно, проситель Красюка. Красюк-то откуда здесь вообще уже с маслом? Иди спать, здрасте. Здрасте, Красюк. Красюк, я ж тебе говорила! Не жришь объем на рынке! А так я и не знал. Там дело-то совсем не в этом. Там пришли эти ваши друзья, Курам и второй за шрамом через все лицо. А, Ромашка. А, да, Ромашка. Они говорят, деньги, паспорта какие-то требуют меня. Я не знаю, что им сказать, да что, паспорта. А что сказать? Скажи меня, ни для кого нет, понятно? Понятно. А про деньги-то что сказать? Про кого? Деньги. А, деньги в сейфе. В сейфе, да, все в сейфе. Так, а пароль от сейфа, скажите мне. Мы его теряем. Что такое? Куда же я теряю? Так, пароль скажи. Разряд. Сейфа, пароль. Что такое? Да что такое пароль от сейфа? Скажите мне! Еще разряд. Алиса, я убью! Да что такое? Ну, милая, скажите пароль! Один, два, три, четыре, малохольный. Все будет правильно. Алло? Кто? Косметические фирмы Дешили? Господи, вы-то как сюда дозвонились, а? Ну ничего святого нет, а? И вот тогда три день, целый день надоело. Все, я сейчас объявляю перерыв на следующие 100 тысяч лет. Когда
объясните мне, что происходит? Ой, да я просто в это время масонке объясняла, что им делать. Я даже не знала, что здесь такое происходит, не знала. Вижу, вижу, что здесь вот... Милочка, мы здесь не снимаем дешевое немецкое порно. Мы снимаем добрый, веселый, не пошлый, подчеркиваю, не пошлый, бенефис. Так это вот оно и есть. Что то и есть. Да как вы сказали, добрый, веселый, не пошлый. По сценарию у нас... Сцена из мультфильма «Малыш и Карлсон». Да, вот. Сцена из фильма «Малыш и Карлсон». А почему все стоим? Коллеги, давайте! Ну, давайте за работу! А извините. Да. А скажите мне, пожалуйста, кого я буду играть в этой сцене? Мебель. Мебель? А что, похоже на мебель? Ну, хорошо, хорошо. Возьмем сцену с Фрэкин Бок. Артист Горожнёв, будьте готовы к съёмке. Подберите артистский костюм, грим, ну, все, что там полагается. Так, мотор, начали. Сцена «Карлсон вернулся», эпизод 8, дубль 1. Плюшки. А я!
хуже. Постойте, какое молоко? А? У меня на пути нет молока. Опять розыгрыш, что он мишка. Да, что я буду делать дальше? Ведь ко мне снова приедут деятели киноискусства, так сказать. Я специально их призвал для привидения. А что я буду показывать? А вы? А вас? Ну я. Такого добра на кино и без меня хватает. Но вы же обаятельны. Вы же привлекательны. Но вы же меру воспитанная Фрэкенбок. Да? А чем-то я точно? Я совсем недавно закончила курсы. Ездила на Лапкину и теперь умею лечить людей. А я учился в Академии природы. Давай вместе поучим. Поучим наших гостей, как правильно делать массаж. Давай. Давай. Давайте. Значит, чуть-чуть света давайте. Давайте маленько света. Так, все разворачиваемся в ту сторону. Повернулись, повернулись. Все развернулись в ту сторону. Голова смотрит на нас, повернулись. Разворачиваем колени, разворачиваем колени, разворачиваем. Кладем руки на плечи друг другу, фото. Кладем, кладем, быстрее, быстрее. Не стесняйтесь. Давай, давай, давай. Выберем все стороны. Все развернулись, все развернулись. Давай, чего сидим? Молодцы. Сейчас я буду показывать вам элементы массажа, мы выполняем друг на друге. Ну, ждите, потом повернемся. Что вы будете делать, то на вас и вернемся, понятно? Понятно? Делайте лучше, чтобы вам тоже было хорошо. Внимание, вас вижу. Итак, руки на плечи, как вспоминаем, добрую считалочку. Что?
молодцы! Снято!
просто это несбыточная какая-то мечта. Собственно говоря, почему несбыточная? Как сбыточная? А то, что сейчас здесь происходит, разве это не кино? Разве вы не мои зрители? И я стою с вами тут. Вы меня аплодируете, вы на меня смотрите, любуетесь. Я дарю вам добро. А за кулисами ждут мои артисты, чтобы порадовать вас своим искусством и песнями. Поэтому всем добрый вечер! Yeah.
театральную студию, я хожу туда, там, это, все там, кстати, все мои роли знал наизусть мои сопроводники, это тоже 100%. Я никогда, даже сегодня на студию. Так вот, тогда мне возможность была уехать действительно в Саратовское училище, брать без экзаменов. Как это будет взять? О, конечно. Как же так? Так вот, ну, мама, конечно, 14 лет, ну, разве можно пустить? Конечно, нет, но за своих детей волнуюсь, сейчас тоже подряд отпустилась моя дочь. И следующую песню хочу посвятить, она и продолжается как бы темой, потому что мы молодые, мы стремимся вверх, ввысь, а вот еще старые, не оперившиеся. Но эту песню хочу подарить, даже Николай, наверное, здесь сидит, да, тем людям, которые ходят на мои вечера, кому сна. Догадались, какая, Николай, вы? Мотылёк. Правильно. Дело в том, что наше творчество, мое и еще двух девушек совпало.
И у нас образовалась хорошая, замечательная группа. И только группа, ну, не только коллектив, но еще действительно хорошая, добрая женская группа. И я с огромным удовольствием приглашаю сюда моих замечательных подружек Ольгу Степанову и Иру Шереметьеву. Девочки, ну что? Прием! Не сговаривались, так получилось. Представляете? Ну что же, мы дарим вам песню, она самая хорошая, самая замечательная. Женская. Спасибо. Спасибо. Серёж, знаешь что? Я
я очень хочу, чтобы ты исполнил песню, подарил ее своим дамам, которую я обожаю. Обожаю всегда, когда ты ее поешь. Она меня поддержит? Я поддержу тебя. Поддержу тебя. А песня шикарная. Простая. Про самолетик. Маленький. Сергей, да, отвечайте. Песня о нераскрытой любви. Можно веселее. И губы ему как положено, костюм ваш казался грустный, дали букеты роскошные, а эта девушка желанная, капризно хлопала ресницами, мол, самолетик очень маленький, и не бывает за границей, но не видно, что самолетик маленький. Что боится включить грозовой? В этой жизни есть простое правило, лучше маленький. И ты идешь на самолете маленький, что боится включить грозовой? В этой жизни есть простое правило, лучше маленький. Безоблачно, слава вынесла признание, а эта юная молочница не приходила на свидание. В один прекрасный день все кончилось, и самолетик скрылся из виду. А эта юная молочница грустит сама себе залинья. Thank you.
недавно это сделала. Вот у нас третья нынче премьера в дворцах знака Нового года Краснодарска. Юрий Владимирович Чечеткин. Бог только целует. Встречаем. Не стану петь.
петь. Спасибо. Спасибо большое, потому что я с огромным удовольствием хотела бы пригласить сюда еще одного мужчину. Как-то одного маловато, еще одного надо. Вот. И это тоже замечательный, талантливейший певец, автор-композитор, автор-исполнитель, прошу прощения. Тоже очень давний, хороший, мой замечательный друг. Встречайте, Виктор Хазиев. Да, не в том смысле, больше подумать. Хочется вспомнить молодость, ту, когда мы с тобой гастролировали, помнишь? Как-то на одной бенефисе я уже рассказывала об этом. Гастролировали с тобой по северам, и нам как-то с испугу тоже предложили, а что бы вам дуэту не попеть? Помнишь, да? Ну, те, кто были на предыдущем бенефисе, наверное, вспомнили, наверное, помню. Очень долго выбирали нам с тобой название, выбрали аббревиатуру. Хотели назвать, а выбрали аббревиатуру. БТ, блондин при Татаре. Большой театр. И мы все смогу там. Спасибо Люсеньке нашей. Любили пустовой, но я тоже вот. Спасибо большое. Школа шикарная. И может мы с тобой споем ту песню, которую мы пели там. Причем это авторская песня, я написал. Да, по-моему, Уральский. А вы знаете, этой песни, вот Виктор, вот пальцы загибаете, сколько там прилагательных? Месяц посчитаем. Посчитаем прилагательные, да? Посчитаем? Посчитаем. Ты не ждешь, а ты мой родной, а я его всегда со мной.
хорошего, встречаем. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот когда будешь поздравлять коллективы, как-то проще. Для отдельного, для особого человека, чтобы найти слова, конечно, тяжелее бывает, сложнее. Пришлось, как и всем, прибегнуть к интернету. И вот от того, что я там увидела, и пошли другие слова. Оказывается, со старорусского «Светлана» — это «светлая». Я подумала, и я думаю, что со мной все согласитесь, что это на самом деле так. Если это касается Светланы Рожневой. Так ведь? Это очень добрый и отзывчивый человек. Готов помочь любому человеку, порой даже в ущерб себе. Она очень самостоятельна, трудолюбива. И что бы она ни делала, все получается на отлично. У нее золотые руки, она прекрасная хозяйка. А скажите мне, если кто-то знаком близко со Светланой и кто был у нее на даче, какие чудеса она там творит. Люди к ней приезжают просто на экскурсию, а соседи ходят за консультацией, как обустроить свои приусадебные участки. А какой шикарный ремонт она дома сделала. Это же вообще просто сказка. И все, что бы она ни делала, чему бы она ни прикасалась, это всегда получается на ура. Тому свидетельство сегодняшнее мероприятие, какие свадебные банкеты она проводит. И самое главное, что она творит своими руками. Кто еще не видел ее деревья счастья? Рекомендую, пожалуйста, приобретите. Вы на самом деле поверите в удачу. Это такая прелесть, что не передать словами. Одним словом, Светлана, ты очень интересный человек. С тобой общаться хочется каждый день и каждый час. И, милая Светочка, оставайся такой как можно дольше. С праздником тебя! Как приятно. И осталось еще пара песен. Я бы хотела сказать о том, что когда я иду вечера, и когда... Как красиво. И когда хочется всем гостям тоже вместе запеть, я с огромным удовольствием это... Как сказать? Держите, мне уже это слышно. Thank you.
без этой песни я, собственно говоря, вообще не буду себе жить. Потому что в этой песне именно я. Я такая вот, какая есть. Потому что я всегда вам желаю того, что все его сегодня испытываю здесь. Это внимание, это любовь и поддержка. Я вам желаю. Солнце ярко светит, и смеются дети, и вот там идет с тобой рядом, и говорит, ты надо, все это понятно, и мне приятно все говорить. Желаю, чтобы успели здоровье, и чтобы награда сияло солнце ярче, чем на Москве, что-то значит, что-то. Волновался. Я хочу вам сказать, пускай
Бог вас хранит. Все у вас будет хорошо.